царство темное прокрался лучик света, и гляди-ка из глухого переулка выезжает золоченая карета, открывается волшебная шкатулка, развеселенькая музыка играет, бьют часы, часов никто не наблюдает. И под этими охрипшими часами люди в очередь встают за чудесами. А чудес вагон и малая тележка для любителей острейших ощущений. Вот монетка, как ни кинь, все будет решка, а вот очки для созерцания превращений. И урод прекрасным принцем обернулся, а прекрасный принц в лягушку превратился. Этот вышел покурить и не вернулся, а тот уехал насовсем и возвратился. А пока народ диковинкам дивился, так никто и не заметил, зазевавшись, как Иван-дурак в державе воцарился, ни в воде, ни в молоке не искупавшись. Оглянулись вокруг тряпье да тина, запах серы, чья-то робкая молитва. Затихает в переулке визг крысины, да лежит на мостовой гнилая тыка. И галдели, и плечами пожимали, и по сторонам глазели воровато. А еще часы фонарные ругали, а часы как раз ни в чем.